Om namo bhagavate vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, second canto, which chapter? Which chapter? One? First. 1:8. Okay, good. Then I'm right. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, первая глава, текст 8. We read the Sanskrit also? Let's see. Yeah. Maybe commentary I can read just. Yes. No problem. No. Can you repeat? Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Aditavan Dvaparado Pitur Dvaipayanayad Dvaipayanad Aham Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Aditavan Dvaparado Pitur Dvaipayanad Aham Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Aditavan Dvaparado Pitur Dvaipayanad Aham Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Aditavan Dvaparado Pitur Dvaipayanad Aham Идам. Этот. Бхагаватам. Шримад Бхагаватам. Нама. По имени. Пуранам. Дополнение к ведам. Брахмасамитам. Считающийся квинтэссенцией вед. Адитаван. Изучил. Двапара-адо. В конце Двапара-юги. Питу. От моего отца. Двайпаянат. Двайпаяны Вьясадевы. Ахам. Я. В конце Двапара-юги я изучил Шримад Бхагаватам, великое произведение, дополняющее ведические писания, и по ценности равное всем ведам вместе взятым, услышав его от своего отца Шрилы Двайпаяны, говоря, что его привлекли трансцендентные деяния Господа. И он изучил Шримад Бхагаватам, услышав его от своего великого отца Шри Двайпаяны Вьясадевы. Шримад Бхагаватам, как и любую другую научную литературу, нельзя изучить самостоятельно, полагаясь на собственный интеллект. Любой человек может приобрести книги по анатомии и физиологии, но для того, чтобы стать хорошим врачом, недостаточно просто изучить их дома. Для этого необходимо поступить в медицинский институт и изучать эти книги под руководством квалифицированных преподавателей. Так и Шримад Бхагаватам, аспирантский курс науки о Боге можно постичь, только изучив его у стоп осознавшей себя души, каким был Шрила Вьясадева.
Даже будучи с рождения освобожденной душой, Шукадева Госвами все же должен был изучить Шримад Бхагаватам под руководством своего великого отца Вьясадевы, создавшего это произведение по указанию другой великой души – Шри Нарады Муни. Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал одному ученому брахману, что Шримад Бхагаватам следует изучать, слушая его из уст личности Бхагавата. Шримад Бхагаватам повествует о трансцендентном имени, форме, качествах, играх, окружении и многообразии Верховной Личности. Оповедал его Шрила Вьясадева, воплощение Личности Бога. Игры Господа всегда проходят в обществе Его чистых преданных. И все исторические события, описанные в этом великом произведении, попали в него только потому, что связаны с Кришной. Бхагаватам называют Брахма Саммитам, поскольку он, как и Бхагавад-гита, представляет собой воплощение Господа Кришны в звуке. Бхагавад-гита является звуковым воплощением Господа, так как исходит из уст Верховного Господа. А Шримад Бхагаватам представляет Господа в звуке, поскольку рассказан воплощением Господа и повествует о Его деяниях. Как было сказано в начале этой книги, Шримад Бхагаватам является квинтэссенцией ведического древа желаний и естественным комментарием к Брахма-сутрам, самому глубокому философскому трактату о Брахмане. Вьясадева явился в конце Двапара-юги как сын Сатьявати, поэтому слово «Двапара-адау» – начало Двапара-юги в данном контексте означает «канун Кали-юги». Джива Госвами сравнивает логику данного выражения с логикой, согласно которому крона дерева называют его началом. Начало дерева – это его корень, но, как правило, первой в глаза бросается его верхняя часть, поэтому началом дерева иногда называют его крону, то есть его конец. Омагинати мирандашья агинагина слакья шакшурин мулитам янатасмай шигриве нама. Нама ом вишну прай кришна приштай биталеш Шримати Бхактивиданта Сванатанамана. Намасте сарасвати деви гуравани прачарни нивисесасанивари паскатьяра сатара. So the verse was Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Aritavan Dvapararo Pitu Dvaipayanar Aham. At the end of the Dvapara Yuga, I studied this great supplement of Vedic literature named Srimad Bhagavatam, which is equal to all the Vedas, from my father, Srila Dvaipayan Vyasadeva. Okay, I can read the translation. В конце Двапара-юги я изучил Шримад Бхагаватам, великое произведение, дополняющее ведические писания и по ценности, равное всем ведам вместе взятым, услышав его от своего отца Шрила Двайпаяна Вьясадевы. This is Sukadeva Goswami speaking to Parikshit Maharaj. Шукадева Госвами обращается к Парикшиту Махараджу. So he explains how he, we can say, he explains his qualification. Он объясняет его квалификацию. And here, well, first of all, he explains the qualification or the glories of the Bhagavatam. Вначале он объясняет славу Шримад Бхагаватам. And then he explains how it is, he's learned that how he learned it from his father. И он также говорит о том, что он изучал это произведение, получив его от своего отца. He makes sure to understand that he's not speculating. И самое главное, что мы должны заметить, что он не спекулирует. So, of course, we know that Sukadeva Goswami is explaining the first canto how he was in the womb of his mother and didn't want to come out. И в первой песне Шримад Бхагаватам объясняется, что когда Шукадева Госвами находился в лоне своей матери, он не хотел выходить оттуда. So he stayed there for 16 years.
И он оставался там 16 лет. How that works, I don't know. Как это происходило, я не могу объяснить. But it says that, and thus it is that way. Но поскольку это сказано здесь, значит, это так и было. But in those times, things didn't really function always the same way as it does nowadays. Но мы должны заметить, что не всегда это так происходит в наши дни. Just like Srila Vyasadeva himself was born on an island. И Шрила Вьясадева, он сам был рожден на острове. So there is, let's see, what was that was, I think, Parashara Muni who met with Satyavati and wanted to have whatever intimate relationship with her, interaction. И Парашара Муни там встретился с Сатьявати и хотел вступить с ней в интимные отношения. So there they were on an island, and they begot a child together. И таким образом они зачали ребенка. And the child was born immediately. Но ребенок был рожден немедленно. We also know how is it. Kunti gave birth to Karna. That was also the sun god was there, and he begot a child in Kunti, and then she gave birth to Karna through the ear. Подобная история произошла и с Кунти. Там появился бог солнца, был зачат первый ребенок Карна, и потом он появился из уха. So she didn't. They didn't have to wait for 9 months. И не было необходимости ждать 9 месяцев. So now we have another fantastic story. Hosukadeva Goswami was staying in the womb of his mother for 16 years. Ну теперь еще одна фантастическая история. Оказывается, Шукадева Госвами оставался в лоне своей матери 16 лет. So in those times, things could happen in different ways than we are used to. В те времена многие вещи могли происходить таким особенным образом. So another story, as is told in the first canto, that Sukadeva Goswami was actually hearing the Bhagavatam while he was in the womb of his mother. И в первой песне Шримад Бхагаватам объясняется, почему Шукадева Госвами так долго оставался в лоне своей матери. And Sukadeva Goswami thought that the womb of his mother was a nice place. Он думал, что что это место замечательное. You don't have to worry about anything. Everything is supplied. Там не надо было беспокоиться ни о чем. Все поступало само собой. But if you get out of the womb, then you have to take care of yourself. Но если бы он вышел из лона, то пришлось бы заботиться о себе самому. So sometimes we wish that just someone takes care of everything for you or for us. У нас иногда появляется подобное желание. Пусть кто-то обо всем позаботится. We wish to be like the child in the womb. Мы хотим быть как ребенок в лоне матери. But still, in the womb, you can hear. Но находясь в лоне, вы можете слышать. So Sukadeva Goswami heard the Bhagavatam in the womb. И Шукадева Госвами, он слышал Шримад Бхагаватам, находясь в лоне своей матери. And Prahlad Maharaj heard the instructions of Narada Muni that was given to his mother while he was in the womb of his mother. И Прохлада Махарадж, он также слышал наставления Нарада Муни, когда он также находился в лоне своей матери. So there Narada Muni was preaching to the mother, and Prahlad Maharaj in the womb heard with great attention. И Нарада Муни проповедовал его матери, а Прохлада Махарадж слушал все эти наставления с большим вниманием. And as it is described in the first canto, Sukadeva Goswami, once when he decided he was going to leave the womb, he just came out and went away.
И в первой песне Бхагаватам объясняется, что Шукадева Госвами покинул это лоно тогда, когда он захотел. But the importance here, he learned the Bhagavatam from his father, who was a qualified teacher of the Bhagavatam. И он получил Шримад Бхагаватам, изучил Шримад Бхагаватам от своего отца, который являлся очень квалифицированным наставником. And here Prabhupada in the purport makes a, what you say, a comparison with the study of medicine. И в комментарии Шрила Прабхупада проводит аналогию с изучением медицины. Yes, you can buy the books in the shop and read all the books about medicine. Вы можете купить в магазине различные книги, связанные с изучением медицины. But that will not make you a qualified, what is this, a medical practitioner. Но это не сделает вас квалифицированным медиком-практиком. No, you have to go to the school. You have to have a teacher. Вы должны пойти в школу и учиться там, в институт. And you maybe have to pass the exams. И сдать экзамены. And then you can practice medicine. И после этого вы должны еще практиковать медицину. Then you can start to cut up people. Вы должны научиться, как разрезать людей. Because you can think that you are not qualified and start to cut up people, but it may not be so good. Вы можете думать, что вы уже квалифицированы и можете разрезать людей, но когда вы попробуете, окажется, что не совсем вы способны это делать. Because once you are in the school, there's a teacher. The teacher gives direction and explain things, and then you can also read the book yourself. Поскольку в любой школе есть учитель, который даст вам наставление и покажет, каким образом нужно изучать, и после этого вы можете практиковать. But without the teacher, the study is incomplete. Если вы изучаете под руководством учителя, ваше изучение и знания завершено и совершенно. In the same way to study transcendental literature, we need a teacher. То же самое можно сказать и об изучении трансцендентной литературы или писаний. Мы нуждаемся в учителе. Maybe a teacher or maybe many teachers. Может быть, один или несколько или много учителей. But teachers that know the subject matter and experienced. Но самый главный момент, что эти учителя, они должны знать предмет, они должны быть квалифицированы. And then you can also read yourself. И после этого вы можете уже читать сам. We can say under the guidance of the teachers. Мы можем сказать так, под руководством учителя. So in that way we have the Bhagavatam, whom we can study under the guidance of Srila Prabhupada. И мы с вами имеем этот Шримад Бхагаватам, который мы изучаем под руководством Шрилы Прабхупады. Because there's all this purport to be read. Поэтому мы читаем эти все комментарии. But then again, we may read it, but we also need to apply it in our daily life in order for it to fully fructify. И после этого мы должны научиться применять это в своей жизни. And that is by chanting and hearing the holy name of the Lord. И в этом процессе должно присутствовать повторение святого имени. So we can say, we can read about chanting, but the experience will come when we chant ourselves. Мы можем читать о необходимости повторения святого имени, но нужен также и наш опыт в повторении. Tadviri pranipatina pariprasnana sevaya upadekshanti tigyanam gyaninash tatvadashanaha. As it says in the Bhagavad Gita, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Как говорится в Бхагавад Гите, постарайся познать истину, обратившись к духовному учителю. Inquire from him submissively and render service unto him. Вопрошай его смиренно и служи ему. And the self-realized soul can impart knowledge unto you.
И самореализованная личность может дать это знание тебе. So one hand there is the element of studying and inquiring, and then the other element is the element of rendering service. И в этом стихе есть элемент вопрошания, есть элемент изучения, но также есть и элемент применения этого знания. So we can this how is it? Nasta presha bhadrichu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naistiki. By regularly hearing the Bhagavatam and rendering service unto the pure devotee. И процесс таков, нужно постоянно слушать Шримад Бхагаватам и совершать служение чистому преданному. All that is troublesome to the heart is practically destroyed. И все проблемы, которые существуют в нашем сердце, они будут разрушены. And loving service unto the glorious Lord. И совершая любовное служение, whose praise with transcendental songs. Который прославляется в трансцендентных гимнах. Is established as an irrevocable fact. It is established. Devotional service becomes a fact that cannot change. И тогда преданное служение воцарится в нашем сердце, оно станет таким фактом непоколебимым. So we render service, we attend the Bhagavatam class, we study the Bhagavatam, and we render service. Мы посещаем класс Шримад Бхагаватам, мы слушаем его, изучаем, и мы совершаем служение. That makes us grow in our spiritual life. Таким образом мы растем в нашей духовной жизни. We say, grow in our devotion to Krishna. И растет также наша преданность Кришне. So we can say, we hear and we chant. Короче говоря, мы слушаем и повторяем. We learn and we practice. Мы изучаем и практикуем. We study and we serve. Мы изучаем и служим. So we serve the Bhagavatam, we serve the Bhagavatam book and the Bhagavata person. Таким образом мы служим Шримад Бхагаватам, как писанию и служим Шримад Бхагаватам как личности. And then they became favorable and we became blessed. И тогда это становится очень благоприятным, и мы получаем все благословения. And then we can understand. Вот тогда мы сможем понять. Because it's not just an academical exercise. Что это не просто какие-то академические упражнения. It's a transcendental exercise. Это трансцендентные упражнения. Okay. Any question or comment? The last 30 seconds. Да, пожалуйста, за несколько секунд, если у кого-то есть вопросы. И по-английски. Тогда еще раз вопрос помедленнее. Мы можем думать, что мы прогрессируем, да? Но на самом деле мы деградируем. We can think that we are progressing, but in reality it seems that we are digressing. Really? Can you explain maybe such a situation in our life? Yes, it could be, yes. Вполне возможно, что такая ситуация может появиться. But whatever you've done for Krishna is never a loss. Но все, что вы делаете для Кришны, никогда не будет потеряно. And it could also be that we have this youthful enthusiasm and pride, you know, just see how strong I am in my devotion. И в своей молодости, в своей энергии мы иногда думаем, я такой энергичный, молодой, преданный. And then Krishna puts us through various trials so that we become more humble. И тогда Кришна заберет у нас что-то такое,
что нам мешает, и мы станем более смиренными. And it's good that we become humble. И на самом деле это очень хорошо, когда Он это делает, и мы становимся смиренными. And then we may have to pray to Krishna from a different position. И поэтому мы должны молиться Кришне в зависимости от разных ситуаций. From a position of someone who is helpless and really needs help, instead of someone who has it under control. И самое главное, молиться в состоянии, что я беспомощен, и что я нахожусь под Твоим контролем, в смиренном состоянии. We may forget Krishna, but Krishna will not forget us. Мы можем забыть Кришну, но Кришна нас никогда не забывает. He remembers what we have done, good or bad. И Он всегда помнит, что мы сделали для Него хорошего. That's my hope. И вот это наша надежда. So that we can rest assured that Krishna, what we actually have progressed, will not be taken away from us. Если мы действительно прогрессируем, то вот эти результаты никогда не исчезнут. It may be become covered, but it will not be taken away. Может быть, они станут незаметными как бы для нас или для кого-то другого, но они никогда не исчезнут. Of course, we are not the greatest pure devotees. Потому что мы не великие и чистые преданные. We're just small devotees. Мы такие маленькие преданные. But there's example with the full moon that sometimes is covered by Rahu. Or let's see, Rahu is it Ketu? Ketu. What? Sometimes both. In any case, the full moon, and then is the moon eclipse. Mm-hmm. Иногда, так как луна закрывается Раху или Кету, и иногда происходит лунное затмение, мы не можем видеть луну полной. I mean, the full moon is there, but it's just covered. И полная луна, она никуда не исчезла, ее просто закрыла тень. And shortly the shade goes away, and then the moon shines nicely again. И эта тень довольно быстро исчезает, и луна начинает сиять в полном своим светом. In case the soul may become covered in some to some degree. И душа иногда покрывается до определенной степени. But can you really forget Krishna? Но подумайте сами, разве вы можете забыть Кришну? To completely forget Krishna, is that possible for a devotee? Разве это возможно для преданных? It may be difficult times, but we will not completely forget Krishna. Бывают трудные времена, но все-таки полностью забыть Кришну не получится. You may ask where Krishna is, but you will not forget him. Мы можем забыть, где он находится в данный момент, но помнить о нем, что он есть. Вот это мы не забудем. And Krishna always knows where you are. Но Кришна всегда знает, где вы находитесь. We may not know where we are, but he knows. Мы иногда попадаем в иллюзию, где мы находимся. And he knows how to bring us back. И он знает точно, каким образом вернуть нас обратно. If we want to come back. Если мы захотим. If you don't want, fine. Ну, если не хотим, ну окей. You don't have to. Можете оставаться здесь. So maybe it comes to the question, what we really want. На самом деле это сводится к вопросу, что мы на самом деле хотим. Good desires are developed in good association. И это очень зависит от хорошего общения. So let's keep association. Храните это общение, держитесь за него. And there's also we can have quantitative association, but we also need qualitative association. Иногда нам может казаться, что в количественном отношении у нас много общения, но будьте внимательны и ищите общение качественное. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, nice to see you all here. Скоро я вас всех опять увижу. Okay. Srila Prabhupada ki. Да. Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Hare Bol.